Доброго времени суток, друзья. Сегодня с вами поговорим о таком интересном перспективном проекте, как Homeland. Что это за проект, что он из себя представляет? Это данный проект строит на основе блокчейн-технологии P2P, как бы рынка ипотечную платформу для ипотечного кредитования. Вот, как мы можем сразу обратить внимание на то, что, например, такие рейтинговые сайты, как Find SEO, Track SEO, SEO Bench, SEO Holder дают этому проекту очень высокие оценки. Например, SEO Bench дает этому проекту 4,3 из 5 8, что является очень высокой оценкой. Вот. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас тут есть. Тут пишет, что вообще рынки ипотечного жилья описывают, что каждый человек хочет стать владельцем своего дома. Вот. Например, в Соединенных Штатах рынок ипотечного жилья базируется в районе 14 триллионов. И глобальный, ну, к 2018 году глобальный рынок ожидается достичь 31 триллион. То есть в конце уже этого года. Вот. То есть рынок все растет и растет в жилье. Это платформа. Это информация о платформе. Вот. То есть лендинговая система вот, будет и эффективной. Так. Это собственники. То есть это возможность превратить барьеры разные, чтобы приобрести свое жилье. Вот как это работает, тут они вот пишут. Так, то есть технология основана на смарт-контрактах. То есть смарт-контракт означает, что будет полностью прозрачный и, можно сказать, безопасный. Вот. Вот так сказать. Преимущество данной платформы – это эффективность, транспарентная и дружелюбная к пользованию. Это и без посредников, то есть не платите посредникам. Вот, надежность и безопасность. Информация о токенах данной платформы. То есть вот пресейл с 1 марта. Кросса информация, символ HMD, стандарт ERC-20, то есть на эфире базируется. Soft cap 5 миллионов, hard cap 30 миллионов. Вот и бонусы. Ну, это распределение токенов идет. Процесса, команда проекта. Вот можно посмотреть, и будет полная команда раскроется, кто участвует в разработке данной команды. Партнеры данного проекта. Тут и пресса, то, что пишет о проекте. Дорожная карта, которая начинается 2016 года, вот если открыть полностью, прописан их до 2019 года. А начинается с 2016 рано. Достаточно полно, такая, давно уже у них это ERC делалось, прописано. Так, ну это ответ на общий вопрос, про какие задачи платформа решает. Так, спросить NASA, то есть это можно задать вопрос разработчикам, отправить. Имя и email, если такие вопросы есть дополнительные. Или просто в чате Telegram можно задать вопросы. Вот. В общем, такой краткий обзор получился данной платформе, которая связана с рынком ипотечного кредитования. В общем, что можно сказать вообще по этой платформе, какое-то такое резюме подвести краткое, то что проект однозначно интересный, потому что рынок жилья он растет, развивается, его только набирает обороты. Вот, если вот не построить платформу на блокчейн-технологии, она будет прозрачной для пользователей, вот, удобной, будет обходиться без, можно сказать, без посредников, там, будет еще раз повторюсь, удобно, то, в принципе, этот проект, эта платформа имеет хорошие перспективы. Но в любом случае, на этот проект стоит обратить внимание, все ссылки на него будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.